девушки, вспомните, пожалуйста, представьте, что на стульчике у вас ситуация какая-то, которая вас волнует. Представьте, знаете, что вы залазите на высокую-высокую лестницу. Видите прошлое туда, да, дальше. Да? То есть, как бы перед вами как карта такая. Попритупились эмоции. Да. Вот очень точное определение. Да, вы перестали так внутренне реагировать. Боже, меня уволят с работы, вот они в ситуации. Я так боюсь, трясусь перед начальником. Что же будет? Вот как же я этот месяц проживу? Откуда в тебе столько мудрости выйти из картинки, посмотреть на все вот это вот со стороны?